Чемпионат Казахстана по ушу саньда собрал под своим знаменем более 300 спортсменов из 12 регионов страны, среди которых было множество чемпионов РК и международных турниров. Главным судьей соревнований выступил президент школы Синьхомэнь Александр Радунцев. Он отметил, что чемпионат проходил на должном уровне. Первый поединок выиграл актауский атлет Марат Нимбергенов. По словам организаторов соревнований, они являются первым отборочным этапом для участия в чемпионате мира, который пройдет осенью текущего года в Бразилии. Надежда казахстанских тренеров – это признание ушу как олимпийский вид спорта. Я занимаюсь ушу таулу. Это вид показательных выступлений, где каждый показывает свои способности, уровень своей подготовки, растяжку, прыжок, акробатика, данный элемент, выполнение его. Есть варианты короткого, длинного оружия, копья шеста. Ты сам этим тоже, да, участвовал? Да, я выступал в виде чань цуань, длинный кулак, копье и дзянь, короткий меч. Что завоевал на этом чемпионате? Завоевал 5 золота, но получалось, спортивка вышла на троеборье, а традиционный вид двоеборье, поэтому медали 2 золота. Ты сам местный? Нет, я приехал из города Актюбе, я являюсь абсолютным чемпионом Казахстана, неоднократный чемпион международных турниров, призер чемпионата Азии, чемпионата мира. Отобрали меня на этих соревнованиях в Бразилию, чемпионат мира. Когда пройдет? В июле. Следующий отбор будет на взрослом чемпионате Казахстана, отбор на азиатские игры. Соревнования длились 3 дня, и на них зрители увидели по-настоящему зрелищные поединки. По словам главного тренера РК по ушу саньда Мадияра Байдулаева, последние успехи на крупных международных стартах говорят о хороших перспективах на будущее. По итогам турнира в разделе таулу у наших бойцов завоевано 22 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В разделе саньда в копилку наших спортсменов упало 3 серебряных и 4 бронзовых медали. По словам старшего тренера по ушу саньда нашей области Александра Радунцева, это отличный результат для мангыстауских спортсменов. Чемпионат, әлем чемпионатына барасыңдар, сөз жерде өнер көрсетесіңдер, қазақтың туын көтеруге тырысасыңдар. Алда әлі жаттығулар болады үлкен-үлкен, әлі жарыстар бар. Бәріне құтты болсын. Бүгінгі үлкен мына тренерлерге рахмет, еңбектеріне.